Абсолютно удивительный случай произошел в Китае. Там собака спасла погребенного младенца. Владелец пса рассказал, что его насторожило, когда он увидел, как его питомец изо всех сил роет землю лапами. Подойдя к выкопанной яме, он обнаружил в земле плачущего младенца, замотанного в белую ткань. Спасенному ребенку оказалось около месяца от роду. Младенца незамедлительно госпитализировали с низкой температурой и медленным сердцебиением. Однако сейчас он находится под наблюдением врачей и идет на поправку. Полиция, в свою очередь, разыскивает родных ребенка. По предварительной версии, младенца похоронили заживо по ошибке, так как решили, что он скончался.